Всем привет! Давайте разберемся теперь, как делать оружие. На примере ППШ все это дело рассмотрим. Начнем давайте с приклада. Вот такую картинку я нашел, автомат в разборе. И теперь включим круг, вот этот Z английское. И поставим это дело все прозрачно. Так, теперь выровняем вот так вот, и даже можно прибавить в размере. Ну и немножко еще на ее прозрачность поставим. Все, отключаем этот круг. Нажимаем Tool и выбираем куб. Вытягиваем куб, жмем Edit. Включим пока картинку Shift-Z и зайдем в Initialize. Так, по Y у нас стоит. Посмотрим полигоны. Вот так уберем. Так. Это что у нас? Так, и вот так вот прибавим. Ну, в принципе, все. Поставим по иксу, проверим симметрию, где у нас тут. Так, все нормально. Так, и теперь давайте вот эту середину выберем. Нажмем Make Polymesh. Нажмем Ctrl-Shift. И вот так вот рамкой выделим. Теперь Ctrl-Shift нажимаем. Вот что-то такое у нас получилось. Зайдем в геометрии, скроем выделение. Или попробуем еще поменьше взять ее. Жмем Modify Topology Del Hidden и повторим вот так еще. И жмем опять Del Hidden. Вот такое у нас получилось что-то. Теперь нажмем Display Properties и нажмем дублировать. Вот с этим и будем работать. Выровняем. Перенесем и чуть-чуть его сделаем тоньше. Это зайдем в геометрии, найдем size. Вот так вот поставим и посмотрим, что можно здесь сделать. Сильно не надо и убирать толщину, пусть пока такая. И теперь вот так уменьшим, включим нашу картинку. Чуть-чуть ее вот так вот отрегулируем и чуть-чуть уменьшим по окну. Z отключаем. Ставим нашу заготовку вот где-то так. Можно чуть-чуть прибавить ее. И теперь MOV. С помощью MOV можно ее вот так вот подогнать. Потом будет. Так. Делаем выделение Ctrl и вот так вот две оставляем полосы вот эти. Жмем MOV и теперь Ctrl-Shift-Alt вот так вот вытягиваем. Так, вот что-то такое у нас получилось. Теперь давайте посмотрим на нашу заготовку. Вот такая она у нас вышла. Жмем Ctrl-W. Делаем одну полигруппу.
Включаем опять нашу картинку и теперь будем моделировать. Так, нажимаем Move, Draw Size ставим побольше. И начинаем вот таким вот образом все это дело подгонять. Так, теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот такое вот неказистое вышло. Все это теперь подровняем. Теперь поработаем вот с этим ракурсом, чуть-чуть выровняем, где-то подгоним, вот так вот. И вот тут вот тоже надо немножко поработать. Ну, вот такая заготовка у нас вышла. Теперь давайте добавим дивайдов. Посмотрим, что у нас получится. Нажмем Ctrl-Z и сделаем Zero Mesh. Вот такая заготовка вышла. Добавим дивайдов. И теперь сделаем close holes. Modify topology, close holes. Сделаем одну полигруппу, Ctrl-W. Вот такое дело у нас вышло. Теперь можно зайти в деформацию и поработать вот так вот с polish, релаксом, сделать ее помягче. Так, и теперь картинку включим и уже доработаем нашу модель. Здесь можно поставить побольше, можно ее доработать, обрезать. Так. Здесь можно тоже вот так побольше поставить. Вот так вот. И теперь можно резать.
Так, и немножко вот так вот ее здесь обрежем. Вот так вот. Делаем одну полигруппу Ctrl-W. Еще можно посильнее обрезать. Ctrl-W. И теперь ее сделаем чуть-чуть потолще. С помощью геометрии size. И вот это вот растянем. Смотрим, что у нас получилось. Ставим Ctrl-W и сделаем еще раз ZRMesh. Так, вот такой у нас заготовка, вот такая у нас получилась приклада для ППШ. Теперь нужно придать ей полноту и так далее. Можно вот так вот работать маскированием и с помощью мов вот так вот ее вытягивать, если вам не хватает, где-то больше обрезали. Снимаем маску, отключаем. Вот все, заготовка есть. В следующем видео вот эту часть сделаем. И в принципе будем собирать автомат потихоньку, детально. Все, всем пока, до свидания.